make the ground shake. Здорово, чуваки, с вами Фак Шоу и Джон Леннон. Короче, сегодня я буду... Всем привет, ребятки. Да, здорово. Короче, сегодня буду покупать моток, и Джон покажет, прелести этого сервера. Плюсы. Ну да. Так, ты где сейчас? Вот, на вторинке, на входе, на въезде. На Месса машина у тебя? Не понял. Как, ты на чем? Я пешком. А, вот. Где этот? Погнали, короче, за мной. Вот мотоцикл этот. А как его купить? Байкар, пиши. Ой, бай. Вот так вот. МГ, ладно. Госцена 160... За 150 тысяч продают. А ну, погоди. Вот за 130, по-моему, есть. А там ключ, да, надо вводить какой-то, что ли? Ну вот 434, то есть цифра. Ага. Цифра высвечивается. 434. Купить. А вы предложили. Ну это он еще может отказаться там. Все, я купил. Есть, да? Удачи. Ой. Спасибо. Падай там, кар, пиши. Информацию об автомобиле посмотреть как. Кар? Угу. Ты только сядь на него сначала. А, я могу его сейчас уже забрать? Ну да, да. Карлук, да? Открыть. Да, это просто ну, 6. Давай, садись. Погоди, сейчас я машину где-то кину здесь. Поставлю. Так, прописываем кар. И чего тут информация об авто? Ну ты смотришь износ машины, там пробег. Пробег короче. 240 километров износ. Да, нормально. Износ 0. Износ КПП 1%. Износ тормозной системы 2. Уровень жидкости 95. Уровень грязи 10%. Штрафы нету, бензин 17 литров. Двери в авто заперты. Ясно, понятно. Так, муж? Так, а ты где? Алло. А ты можешь паузу кидануть пока? Пробуем. Сейчас, короче, Джон попробует мне скинуть скин. Новый какой-то. Через багажник можно скидывать вещи. Да, прикольно. Пробую. Так, как это рядом нет транспорта моего? Такого быть не может. Может надо в него сесть? Нет, именно сзади нужно. Что за беда? Так. Интересно. Можно, попробуй на него запрыгнуть. Сейчас. О, есть. В общем, транспорт. Угу. Сейчас попробую. Кстати, я уже второй левел. Поздравляю. Спасибо. Так, передай. А, кстати, еще чуваки, на этом сервере нет госнаборов, нужно искать лидера или зама, и это не так принимают. Через РП. Да, это минус такой. Да. Да, это баг, короче, с скинами нельзя передавать скины сейчас. Блин, это плохо. Вот так вот пишет донат скины, запрещено передавать. Да. У тебя донат? Нет, это баг такой, понял? А. Это у всех так получается. Ну окей. Дальше. Это я уже не помню тоже. Ну там дальше, я знаю, бинго есть. По прямой. Знаешь, что такое знакомое, где рядом?
Ты не хочешь попробовать устроиться куда-то на работу в ПД? Или куда-нибудь? Да нет, ты же слышал, пацанчик говорил вчера. Сложно попасть. Ну если РП нормальное, он сказал, что так берут. Ну хер, можно попробовать. Тебе, говорит, платят мало, то есть. Но у тебя ХП вообще нет. Я не знаю, как она вообще. 200 рублей вход. Капец. Наглость. А, здесь 50 тысяч максимум, короче, можно купить. Скин какой-то. Б-класс. Блин, прикольно выбирать скин. По-быстрому, да? Да. Ага, так можете добавить там за 50, попробуйте. Да, посмотрю, может тут есть какие-то нормальные за 30. Короче, ты понимаешь, что я какой-то бессмертный, блядь. Чё не умирает, блядь? Не знаю. Блин, ты такие жирные, типа... А ты не видишь меня? Нет. Ты тоже выбираешь, да? Да. Да, ну это... Ты даже за 50 тысяч херовые все скинете. Ну да, тут херовые такие. Ну, кстати, во всех магазинах одинаковые вообще. Ну, посмотреть... Самый бомжатский класс. О, это типа силюки, понял, какие-то. Деды силюки. Вообще прикольно. Ну, прожакать, да, можно побегать. Ну да. Погнать. О, вот это классный скин. Блин, только я не буду его покупать. За десятка? Да. Там в кепочке второй, по-моему. Клетчатая рубашка, типа в шортах, по-моему. Да. О, кстати, прикольно здесь мелодия, когда приходит зарплата. Типа смс-ка. Ну на Nokia Tune. Давай посмотрю, да. За 50 какие тут есть. Как у меня этот, типа, негр за 50. Ну это похоже. Ты знаешь скин Джизи? Джизи? Да. Где? Ну вообще. А, ты... ну это должен быть, мне кажется, на стоить будет лямов 10. Капец. Ну да, здесь же Вузи, Джизи эти по десятке будет стоить. Во, прикольный я нашел. Не оранжевый? Не, такой типа негр в шапочке. О, еще прикольный есть. За 50? Да. Сколько денег хватает? У меня 36. Ты мне добавишь? Да, давайте скину, ходи. Сейчас. Спасибо. Да, не можешь. Так. Сейчас куплю его. А этот мой скин останется где-то? А этот? Ну да. У тебя в этих в инвентаре. Только переодевать можно дома и все. Понятно. Дома в отеле. Отель там, по-моему, 7000 в сутки, да, стоит? Ой, да, я не помню, не пользовался им. Мне особо-то и не нужен. Это так, если же реально РП хочет отыгрывать полностью, для всяких мелочей этих. Ну, это да. Это уже слишком. Но это надо быть прокачанным, чтобы бабки были нормальные. Все, я покупаю. На чё не дохнет, я не пойму, что это. Вы хотите одеть этот комплект или положить его в инвентарь? Одеть. Все. Прикольно. Смотри, ты видишь? А, так это этот, Mad Dog, по-моему. Да. Там даже написано на маечке Mad Dog. Прикольно, глянь, фонтан. Ага,
здесь много чего поменяли. А это ресторан, да, типа внутри? Ну да. Кафешка какая-то. А на пляже ты был вообще? Идет? Нет. Посмотри, как там все тоже изменили. Справа. Не в ту сторону. Здесь? Да, дальше здесь. Ох, прикольно. Здесь парковку сделали, типа там клубец какой-то пляжный. Сцена вон. Ну да, да. Там пульт стоит, типа, понял. Прикольно так. Да. Парковка, гля, четко. Типа какой-то, не знаю, блядь. Ибица, блядь. Казантип. Ну да. Все, поехали. Учиться заебиться далеко, конечно. Ну нормально, сойдет, потусить можно. Да, вот здесь учиться. Вот дальше тут, по-моему, где-то стояло здание. А, вот есть. Нет, нет, нет. А, нет? Вот, вот, вот оно, вот оно. Ну там, где будочка это. Ну, будочка, двери какие-то, что это такое вообще? Ладно, обучимся. Крышует ЛКН. Ого, бассейн. Сейчас я захожу, я сейчас через крышу посмотрю. Блин, прикольно. Да, а я могу разломать крышу? Ай, блин, не дошел, сдох, короче. Это ты где появляешься? Где-то возле больницы в ЛС. ЛС? Все, сейчас заберу. Так, что, заходим? Ну, они не особо, да? Ну, да. Прикольно. А, что-то не заходит у меня. Датки. Во, я зашел. У меня 97 долларов осталось. Блин, прикольно тут. А мне что-то не заходит даже. Попробую альт нажми. Пробую. Мячик, глянь. Что-то он не двигается. Смотри, мне видно через крышу. Ты на стекле? Крыша на стекле. Непродуманные какие, а? Ну да. Так что? Купальник прикольный. Не заходит. Как так? Как так? Попробуй отойти куда-то подальше и еще раз зайти. Так, топиться не буду, сейчас попробую. 5000 стоит урок. У вас недостаточно денег. Сейчас скину тебе. А тебе много? 2,5, 2,8. Капец. Тебе не жалко? Че, денег? Да. А че мне должно быть жалко? Не знаю. Да некогда. Так. А ты видел меня в стекле? Нет, не видел. Это же непродуманное. Ого, на мячике упал. Это же вообще сдуреть можно. Купальник? Что ты так стянула его резко? Трусы с сердечками. О, так это... А он не топится, смотри. Да? Вот, становись сюда на доллар. Ничего. Все. Нет, как-то он стянутый вообще. Скинет это. О, все есть. Типа что, еще плавать нужно еще? Да, по чекпоинту. Ого. Прикольно. Вот дают, да. А зачем, я не понимаю, плавание вот это? Не знаю, это обучение, что. РП типа. Да. Что мероприятий сегодня никаких не было. Да? Часто тут мероприятия? Ну да. Сколько так можно плавать? Да. О, так да. И не поехал никуда. Как вступить в АД? Опять натупил, ё-моё.
Так тебе там сейчас и ответят. Ты лучше админам напиши вопрос. Я вот у копа спрашиваю. Может ответит. Ага, хелперов нету, так что тебе никто не ответит в админах. А Мэтью Джефферсон это админ, да, походу? Ага. Блин. Второго левела, по-моему. Первого. Я у него спрашиваю, вдруг он меня сейчас кикнет. Он не предупреждает. О, тут пацик убил другого пацика. Ножом. Типа, сзади подошел, хурва перерезал. Да-да-да. О, наконец-таки плюсик поставить могу. Ты шо? О, ты шо? Давай, в самом конце. Аж два человека телепортировало. Так. Винсент Купер. Ты где? А, я тебя вижу, вот ты, да? Здесь. Так. Пытается Г. Не получается. Нормально. Пытается Г. Пытается пукнуть на Вадима. Получается. Со второй попытки получилось. О, глянь, у чувака лыжи. Так можешь тоже одеть. А где как? Не помню команду, сейчас скажу. Sky как-то или Sky. Сейчас попробую. Ski. Да, Ski. Блин, прикольно. Ты одел? А снять так маски же? Маски нельзя. Снять так же. Прикольно. Так. Блянь, тут попадали пацаны. Так вот и я лежу тоже. Почему? Коцали, падали. Ожидайте набор, либо через форум. Через форум? Да, можно через форум стать. Ну, некоторые фракции могут. Так, я понимаю, так что нужно бежать в самый конец. А почему парни валяются здесь? Мы же их покозали электрошоком. Нормально. Коп какой-то разошелся. Так, как ныкаться, я не помню. Какая команда сейчас? Загуглим. Блин, надо куда-то спрятаться. Палевно. Команды. Ну-ка. Один админ ответил, что нужно через форум, а второй хелпер ответил, что отыграть РП. Понятно, короче. О, меня какой-то мужик пытается убить. Киллер может. Ножом. А. Блин, тут пацаны. Блять, крошануло, прикинь. Пацаны в текстуры залазят. Ну так вот это же об этом говорю тебе. Как так команда есть, просто же так прятать. Аним. Game World. Вот это тоже нормальный сервак был. Меня убили. Киллер или нет? Нет, обычный парень. Угу. Почти убил.
Пожалуйся на хилкова. Или дай ему пизду. Так, ладно, я пока посмотрю что-то. Раб. Что-то гляну. Комп. Комп. Ничего лайки не ставит. Так, ладушки. Смотрим. Сид. Давай так, сид. Ага. А как убрать анимку? F-ку нажми там. Как с машины выходишь. Нет, оно ничего не делается. Можно еще раз нажми анимацию. Спеши. Так. 2, 3, 9. 10. Блин. Что там такое? Да я почему-то не могу встать. Так. Может. Оф. Ты лег тебе, да? Анимацию. Да. Допоним 7. Пацан пишет. О, да. Допонизм. По-моему, допонизм. 7, вот это она. Только возле стенки встань. Как встать? Допонизм вот этот 7. Ага. Или как-то так, да, пой. Ой. Ой, один. Джингл белл, что? Меня кикнули, причина один. Ага, вижу. Круто. А что значит причина один? Что за причина такая? Это меня типа нашли. Фаня, они же убивать должны. Ну когда да. Находят. Вроде бы да. Тё. Так, ну в общем, на этом всё.